Башкортостан и Челябинская область могут создать совместные промышленные кластеры по совпадающим специализациям. Этот вопрос обсудили в ходе рабочего визита делегации республики в соседний регион. Премьер-министр Башкортостана встретился с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт. Основной темой совещания стало взаимодействие в части реализации проекта межвузовского кампуса мирового уровня. Обсудили также приоритетные направления для сотрудничества. Это цифровизация, автоматизация и роботизация в машиностроении, специализированный транспорт, в том числе беспилотный, промышленная экология и новые материалы. В рамках визита Андрей Назаров посетил строительную площадку, где будет размещаться студенческая гостиница межвузовского кампуса Челябинской области. Объект планируют запустить в следующем году. Участники встречи обменялись опытом по вопросам оснащения НОЦ, финансово-экономических аспектов и организации проекта. Обе стороны выразили уверенность в продолжении сотрудничества. Индустриальные партнеры, которые у каждого кампуса, у каждого НОЦа возникают, это, конечно, крупнейшие компании, которые так или иначе впитывают в себя компетенции наработки. Ну, а, в общем-то, и наука и должна работать для того, чтобы сегодня уже можно было применять это в экономике, в разработке, в производстве новой продукции, товаров. Поэтому считаем, что результат этой поездки достигнут, и вот положено начало вот таких важных изменений в направлении более тесного сотрудничества. Напомню, возведение кампуса в Уфе запланировано на 2023 и 2025 годы. В первую очередь IQ-парк площадью более 35 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию уже в декабре. Здесь начнут работу 28 межвузовских лабораторий и научных центров. Вторая очередь проекта – это строительство зданий и башен, где разместят жилые площади порядка 78 тысяч квадратов, а также учебные и общественные пространства.